Приближаюсь к эсминцу. Нужно разблокировать оружие и освободить корабль. Без них ничего не выйдет. Принято. Внимание, вражеские воздушные корабли приближаются к вашему сектору. Принято, вижу их. Конец связи. Капитан, вас поджидают у выхода. Укрыться негде! Без них ничего не выйдет. Принято. Внимание, вражеские воздушные корабли приближаются к вашему сектору. Принято, вижу их. Конец связи. Капитан, вас поджидают у выхода. Укрыться негде! Я вызову за тобой.
Капитан, здесь тупик. Используйте вентиляцию. Слева наверху. Принято. Рейнер, мы на борту под обстрелом. Что у тебя? Мэр, нас серьезно прижали. Поспешите. То же самое. Тороплюсь как могу. Задержи их. Спасибо, напарник. Вопреки всем обстоятельствам, я получаю удовольствие, сэр. Я тоже. Принято. Убью гада! Нужно пройти мимо склада амуниции, сэр. Принято. Ничего такой арсенал. Лейтенант, они идут на борта! Рейс, мы несем потери! Время на исходе! Итан, противник на борту эсминца лейтенанта. Сэр, огневой ход прямо по курсу. Будьте осторожны, персонал вооружен. Ясно.
нас. Вызываю поддержку на себя. Чисто, Металл-1! Терминал системы наведения должен быть на главной панели, сэр. Капитан, терминал! Как можно быстрее, сэр! Я у терминала, Итан. Ты разблокируешь захваты, я активирую систему наведения. Рот заблокировал релейники. Я могу разблокировать их и освободить корабль вручную, но один я не справлюсь. Я вернусь! Нет времени. Излучение ядра может отключить мой процессор. Взломайте меня и берите управление на себя, сэр. Воспользуйтесь модулем взлома. Я вижу, где вы, сэр. Ладно. Готово. Немного странно. Странные ощущения, сэр. Что дальше? Распределительное. Идите вдоль труб. Трубы приведут в распределительную, сэр. Рэд, к нам приближаются эсминцы СТФ! Отцепляй нас, или мы трубы! Я понял. Нужно отправляться, Итан. Они там как на ладони. Итан, зачем тебе я? Ядро обладает электромагнитными свойствами. От замыкания мой процессор может отключиться. Вы поможете мне перемещаться. Помогите мне попасть в распределительную, и я мигом устрою перегрузку. Мои шасси рассчитаны на куда более высокие температуры, сэр. Двигайтесь дальше. Залп ядро прямо по курсу. Thank you.
цели, сэр. Капитан, терминал! Как можно быстрее, сэр! Я у терминала, Итан. Ты разблокируешь захваты, я активирую систему наведения. Рот заблокировал релейники. Я могу разблокировать их и освободить корабль вручную, но один я не справлюсь. Я вернусь. Нет времени. Излучение ядра может отключить мой процессор. Сломайте меня и берите управление на себя, сэр. Воспользуйтесь модулем взлома. Я вижу, где вы, сэр. Ладно. Готово. Немного странно. Странные ощущения, сэр. Что дальше? Распределительное. Идите вдоль труб. Вытащим предохранители, перегрузим сеть, расплавим релейники на шлюзах. Итан, зачем тебе я? Ядро обладает электромагнитными свойствами. От замыкания мой процессор может отключиться. Вы поможете мне перемещаться. Помогите мне попасть в распределительную, и я мигом устрою перегрузку. Мои шасси рассчитаны на куда более высокие температуры, сэр. Двигайтесь дальше. Залп ядро прямо по курсу. Что дальше? На моем экране видны индукционные кольца. Вытащите конденсатор, чтобы дестабилизировать реактор. Похоже, начинается перегрузка. Убираемся отсюда. Нет, сэр. Ядро еще держится. Чтобы начать реакцию, нужен заряд. Я самоуничтожусь, сэр. Взрыв вызовет воспламенение ядра. Взрыв запустит цепную реакцию и освободит корабль. Должен быть другой выход. Боюсь, другого пути нет, сэр. Понимаю, что вы колеблетесь, капитан. Не волнуйтесь, я готов. Удачи, Рэй. Было честью знать вас. Это честь для меня, Металл-1. Рэйс, мы можем двигаться. Активируй систему наведения. Система наведения активирована. Управление на тебе. Поняла, беру управление. Цель отмечена. Огонь по моей позиции. Рэйс, уходи оттуда. Стреляй по моей позиции, Солтер. Я не могу, Ник. Нора! Выполни задание! Это приказ! Оружие к бою! Всем постам разрешается открыть огонь! Орудие! Секта 5-1! Открыть огонь! Открыть огонь! Обнаружены ракеты! Азимут 2-0! Задействуй контрмеры! Держать цель! Держать цель! Концентрировать огонь! Концентрировать огонь! Отключите дымовую установку! Вести огонь только с правого борта! Потери на мостике! Развернуться не можем! Стреляйте! Стреляйте! Внимание всем! Говорит Скар 1-1. Передаю вслепую. Верх уничтожен. Рейд, ты меня слышишь? Рейдер! Ник! Ник, ты меня слышишь? Оба офицера, осознавая серьезную опасность, и несмотря на огромные жертвы, спланировали и искусно провели атаку, с честью исполнив свой воинский долг. Команда Рейс и лейтенант Солтер были готовы пожертвовать своей жизнью жизнями экипажа, приняв ближний бой с превосходящими силами противника.
В ходе операции было уничтожено значительное число кораблей противника и взорвана орбитальная верфь фронта обороны колоний. Наши офицеры совершили настоящий подвиг в лучших традициях космофлота. Мир павшим.